у пацанов возникает такое чувство, ну типа мы дрочим каждый день. Каждый божий день мы теребим своего ебаного червяка, блять. И иногда у нас заходит мысль. Зачем мы это делаем, понимаете? Ну типа, зачем мы это делаем? Из-за этого пацаны иногда прекращают дрочить, потому что, ну, какая-то паранойя, какая-то грусть, депрессия, возможно. Не, депрессия сильная-то. Да. И бывает, пацаны вот из-за этого прекращают дрочить. И типа, я сам.